Промо-видео включает множество спецэффектов с человекоподобными роботами. Выход фильма состоится в 2018 году. В сети появился трейлер фильма «Робот 2.0» от индийской студии Dharma Productions. Лента, судя по трейлеру, будет изобиловать спецэффектами и яркими кадрами с человекоподобными роботами, состоящими из смартфонов. Также ожидаются сцены со смешными машинами и эпичными боями, которые мало чем напоминают кинопродукт Голливуда. В главных ролях в ленте снялись Раджникант, Акшей Кумар, Эми Джексон и Суданшу Пандель. Режиссером выступил Эш Шанкар. Мировая премьера фантастической ленты состоится 29 ноября текущего года.